Каракас погрузился в протесты. На улицы вышли тысячи сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо и президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Одни требуют немедленной отставки Мадуро и его отъезда из страны, в то время как генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал спикера парламента страны Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. И армия готова отречься от режима Мадуро. Я не признаю диктатуру Николаса Мадуро. Для меня Хуан Гуайдо исполняющий обязанности президента Венесуэлы. 90% боливарианских военных сил не поддерживают диктатора. Они вместе с венесуэльским народом. Для диктатора готовы два самолета. Он должен уехать. Одновременно Мадуро, выступая перед своими сторонниками, заявил, что попытка государственного переворота в стране провалилась и призвал к проведению досрочных выборов в парламент. Также он добавил, что СМИ ведут информационную войну. Мировые телеканалы показывают Венесуэлу, которой не существует. Самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо сообщил, что массовая демонстрация против режима Мадуро планируется 12 февраля.